Привет! Позвольте представиться, меня зовут Евгения Головачева. 28 лет назад моя мамочка первый раз услышала мой приветственный крик, мой первый вздох. Сегодня я сама молодая мама двух замечательных сынишек, успешный интернет-предприниматель и любимая супруга. И я полностью убеждена, что каждый человек может стать счастливым, независимо от образования, кто твои родители, где ты родился. Успешными не рождаются, успешными становятся. Я обрела гармонию с собой, но что стояло за этим? Я не дочка богатенького папочки, и мой муж не олигарх. Я такая же, как и многие из вас, обычный человек. Я так же, как и вы, работала по найму. И так, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Однажды я подошла к зеркалу, и меня охватила такая депрессия. Но я остановилась и сказала сама себе: «Хватит ныть, ты сама виновата, что не добилась успеха в этой жизни. Все люди родились голыми, с руками и ногами, а не с золотыми серьгами и цепями. Все одинаковы по подобию своему. Так почему же они добились успеха, а ты нет? Чем ты хуже других, и ты, ответь! Знай, только ты сама хозяйка своей жизни и судьбы. Все зависит именно от тебя. Поверь в себя, сделай шаг навстречу к своей мечте. Хватит стоять, как статуя. Движение – это жизнь, бездействие – это смерть. Что ты выбираешь?» Этот крик души заставил меня переосмыслить все мое. Я поняла самое важное, что нужно освободить себя от всех оков и стереотипов, от рабства работы по найму, нужно стать самой собой и обрести веру в себя, и работать на себя. Я отбросила все сомнения, страхи, тревоги, навязанные мне кем-то мнения и правила. Я стала действовать так, как только я этого хочу. Теперь я знаю, как достичь успеха в бизнесе и счастья в жизни. Я прохожу этот путь, падая и снова вставая, совершая ошибки, но я двигаюсь к мечте. И я на 100% уверена, что вы также сможете, ведь я, когда-то слабая, неуверенная в себе девушка, смогла. Мы все люди планеты Земля, мы можем все, что только захотим, но нужно приложить усилия и работать над собой. Вы должны идти, когда все стоят, трудиться, когда все спят, не отчаиваться, когда все упали духом, верить в чудеса, когда другие будут смеяться над этим и крутить пальцем у виска. Моя формула успеха проста – это духовное и физическое саморазвитие. Я читаю много книг, занимаюсь спортом, я всегда в движении и постигаю новое. Я развиваюсь как личность. Конечно, иногда бывает страшно принять смелое решение, но это того стоит. Отдайте часть чего-то, получите в разы больше. Это закон Вселенной. Сейчас для меня самое главное счастье в мире – это моя семья. Бог оценил мои старания и подарил мне любимых мужа и детишек. Теперь это моя опора во всем. Они меня вдохновляют еще на большие успехи. На этом свете мне уже совсем ничего не страшно. Я счастлива и абсолютно спокойна. Цените и берегите своих родных – мам, пап, бабушек и дедушек, мужа и детей. Они ваша частичка, они всегда помогут в трудной ситуации, даже если вы далеко от них. И помните, мысль материальна.